Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить слои страха. Так, как ты помнишь, мне для того, чтобы сохранить, надо... А, он уже поставился. Все, значит, можно продолжать следующую комнатку проходить. Давай откроем. О, естественно. А, не обращай на нее внимания. На кого? А, ну ладно, не буду обращать. Ту-ту-ту, подумай, что-то плачет. Просто мимо иду, не обращаю внимания, так фиолетовое сердце почему-то разбито. Ладно, я просто пошел дальше, не обращаю внимания. Закрылась дверь, закрылась, отлично. Так, не обращаю внимания, так, и что тут? Опять каменные двери, ой. Да. Кто? Пьяница, пьяница, да, я так и думал. Так, а ну, да ты что гонишь? Безумец. Наркоман. И проститутка сейчас будет? Нет. А ну. Эгоист. Чё за хрень? Не понял. Так не понял, где в целом двери. А, вот. О! А нет, не о. Просто пошли дальше. Здравствуйте, у меня там двери украли. Вы в курсе? О! Фредди? Не, это не Фредди вроде, да? Да, этот в колпаке что-то. А Фредди был в цилиндре, не. Дешевая подделка. Тьфу. Просто пошли дальше. Так, у нас есть Уди. Стрелочки. Либо пойти вперед, либо пойти налево, либо пойти направо, либо назад. Направо нам предлагают пойти, и давай, конечно же, сходим. Закрыто. Как это? В смысле закрыто? А почему не открывается? В чем проблема? Непонятно. Давай тогда прямо пойдем. И опять же сейчас будет начнется темнота, да, в которой ни хрена не видно. Чё смотришь? Чё увидел? Ой, у тебя чувство косогласия? Смотри, он одновременно смотрит и на тебя, и на меня. Вот так вот. И на тебя, и на меня. Подожди, это веревка? Это люстра упала, что ли? Так, а что вы мне предлагаете делать? Ага. Боже милостивый, ты что, скупила полунивермага? Дорогая, ты же еще даже не знаешь, кто родится. Мальчик или девочка. Красивые, смотри, тапики. Но они надежные, смотри, мне кажется, вот это вот все под... расклеивается. Хотя, если прошито, то нормально, то... Не знаю, посмотрим. Давай дальше. Ой, чуть с картины... Да, вот это называется прогресс художника. Подожди, оно на... Тут все вещи нарисованными стали. А дверь открывается обратно? О, открывается, только я не с той стороны стою. Открой ты. Что-то в этот раз двери очень хреново открываются. О, сейчас в зеркале кого-то увижу, все. Увидел. Так, а что, прочитать нельзя? А я куда? Оно еще и убралось быстро. Так, здесь какой-то чувак нарисован возле дома. Здесь тоже что-то... Кто вообще рисует здесь везде прям? Так, а я куда-то могу пройти? Тут закрыто. И опять ничего не видно. Так, занавески. Лево и право у нас есть. О, справа, смотри, какая-то картина. Оно двигается? Да, двигается. Я подумал, мне сначала показалось. Нет. Какой-то... Кто это, Ленин? Нет, это не Ленин. Это явно не Ленин. Тот в мавзолее лежит, а этот стоит что-то. Значит, точно не он. Здесь какая-то... И что это было? То есть мне что-то дали, но это что-то вообще ничто? Ну ладно, допустим. Открываем. Вот опять эта штука. А что она мне дает вообще? Так, здесь все. Выключить, включить. Закрыть, закрыто здесь. А, это шашки, во! И что ты мне играть предлагаешь? Нет, а ну. Нет. А что тогда? А смысл? Может присесть? Не понял. Можешь просто зайти в эту дверь. Это та, на которую сказали не обращать внимания, что ли? Че в клетке? А, в клетку посадили чертежи, чтоб не убежали. Логично. Наконец-то что-то нашел. Так, под кустом... Чё? А, под кустом голубики, что подле ручья. А чё, сложнее слова нельзя было придумать? Жила утка, странную жизнь волокла. Как другие, плескаться в реке не желая. А вырывала чужие, сердца пожирала. Хе,
Прикольно. Так, дальше, что у нас здесь? Ничего. А, вот здесь у нас что? Еще одна сказка? Нет. Слушай, интересная сказка, блин. Утка, которая жрет сердца. Не ты сердца утки жрешь, а утка твой сер. Ты что, дергался только что? Псих, лечись. Дергается он, стоит. Испортили как... Я видел, что ты задумал. Ты видел, у него хлебало страшно. А если отвернуть? Ва. Зря я это сделал. Все, я понял. Я просто буду это что, болтать за глаза. Болтают за глаза, я понял. Давай дальше посмотрим, что... Закрылось, ладно. А что это за желтые линии? Я даже не знаю, возмутиться мне или нет, я не понимаю, что это. Фломастеры. А если кто-нибудь сядет вот так вот на фломастер? Пульк! И все. У тебя будет даже жопа изрисована изнутри. Опять закрыто. Зачем вот эти вот, я не понимаю, сделали шкафчики? Что мне здесь-то надо сделать? А, может дверь зак... Да. Че я сижу ищу? Здравствуйте, у вас тут тоже все изрисовано? Я не понял, у нас такой шкодливый ребенок был или что? Опять идти. Может, я что-то найти должен? Ну, тут все больше и больше изрисовано, видишь? Во! И музыка началась. Так, и чего? Карандаш летает? Во-во-во, вот так смотри. Повернешься спиной, и все. Прощай, молодость. Надо тут аккуратно идти. Не поворачивай спиной. Что это? Люстра. Прикольно. О, тут все уже нормально. И че? В чем смысл был? Сейчас опять будет из... Нет, закрыто. Пошли дальше. В смысле закрыто? Это что такое? О, все. Вот. Никогда не рисуй фломастерами в доме, видишь? Надышался, и теперь какая хрень чудится. О, я в гостиной вышел? А, нет, вообще не угадал. Даже не близко. О-о. Это ты утырок там был, да? Пиздюк малолетний. Ладно, пошли дальше. А что, я не могу... А могу открыть. Странно. Могу свет... О, хотя бы свет могу включить. Который не дает освещения, здорово. Кукла слезла. Подожди, эта картина тут была или нет? Понял, не буду подходить. Что это? Космонавт? Земля в иллюминаторе. О, тут что-то можно было. А, это шкафчик. Что происходит? О, тут что-то красное есть еще. Домик. Здравствуйте, у вас там звуки? Я не буду туда идти, ну нахрен. Кукла летает. Да ну нахрен. Все страшно, вырубай. Все, спасибо, вырубили. Пошли дальше. Окно. И тут окно. Подожди, а как я... А, вот, все. Я не знаю почему, но я путаюсь в этом доме. Я поворачиваюсь назад. Вроде бы я думал назад повернулся. А повернулся я вообще не... Да хера ли ты бежишь и орешь? Ты меня по кругу водишь, да? Я сейчас развернусь и не буду больше за тобой ходить. Иди в пизду, понятно? Я пойду просто дальше. Это того стоило. Пошли дальше. Че это мигало только что? Че за хуйня? Че, бесконечный коридор, что ли? Не, нихера, не может быть бесконечных коридоров. Я сейчас дойду до конца. Сука, ты издеваешься, да? Во, а назад сразу вернулся. Ой, какая маска. Стрёмная. Так куда идти? Сюда все-таки, да?
Он там красное не просто так нарисовано. Я проебал скример. Повторите. Сука. И вот я на тебя посмотрел и проебал стример. Скример. Чё ты смотришь? Вот это ебало, конечно. Ничего было. Я проиграл, что ли? Да ну нет. В этой игре можно проиграть? Вот и я сомневаюсь. Или можно? Не понял, я где вообще чудился? Это там, где книги вот эти вот, куклы мигали, точнее, да? Походу, да. Нет, подожди, а где это я оказался? Не понял. А где я оказался? Подожди, тут уже открыто. Не понял, а где я оказался? Тут я уже был или нет? Тут. Вот оно, глобальное потепление. Понимаешь, дверь поплыла. Ой, извините. Ну нахуй. Она там закончила? Нет. А что ты рисуешь, покажешь? Ага. Обезьяна зачеркнутая. Не любишь обезьянок? Че это? Они ж вкусные. Че сзади кто-то орет. Что происходит вообще? О! Прошлой ночью мне приснился прекрасный сон, что он пришел ко мне и обнял меня, и любил, как прежде. Но каждый из нас знает, что все это время, пока мне снились эти глупые сны, на самом деле он жаждал тебя. Кого тебя? Не понял. Ладно, пошли дальше. Что-то вообще из корень. Занята. Девушка, зайдите позже. Лучше, когда я уйду. Что это за хрень? У меня такое ощущение было, что звонят. Но у меня звук выключен, как я услышал. Лепота. Давай, пойдем дальше. Так, мне предлагают пойти налево, направо или прямо. Налево окно, право белая дверь, впереди коричневая. Пошли впереди. Закрыто, значит, пойду в белую дверь. Фу, я уже подумал, в окно придется идти. Ух ты. Это та детская, слушай, красиво. Я бы сам в такой жил, если бы не эти страшные куклы и старые жуткие картины. Да и вообще, в принципе, тут все поменять, и я бы тогда жил тут. А что мне делать-то надо? Подскажите. Так, сейчас, подождите. Потом скримеры дайте, я... Сука, по шкафчику попаду. Блять. По шкафчику попаду. Закройся нахуй. Сейчас. Подожди, я попаду. Сука. Да как тут? Ну, во-во-во-во. А, там пусто было. Ну, спасибо. И чё тогда? Блин. Я теперь из-за вас икать начал. Мне нужно, чтобы срочно меня испугали, а то икать продолжу. О, сейчас испугают. Давай, пугай меня. Или сейчас он не испугает, что-то вылезет не страшно, и потом сзади, когда я буду поворачиваться, напугает, да? И чё? Да, сейчас повернусь назад и сотри. Ничего. Но какой-то звук идет, слышишь? Я не понимаю, откуда. Хрен его знает. Давай посмотрим, что в шкафчике. Здесь у нас ничего. Здесь у нас тоже... О, вот он. А для чего? Для куклы? Да ну, для этой игрушки нет. А для чего мне... Ключик заводной. А, вот сюда. Все. О, цвета на розовые поменялись. Ой, шкатулка та заиграла. Да-да-да. Это черт из коробки называется. Юла по стене. По стене. Катится, ничего необычного. Это родители долбятся, делают сестричку. Окно ёбнулось, не обращай внимания. С каждым бывает.
А это ребенок, не хочет старшего, точнее младшего, братика или сестричку. Ага, то есть у нас какую-то историю нам рассказывают, которую надо было сначала смотреть, а я провдуплял и вообще нихера не смотрел. Ну ладно, так, тише, детка, ночь холодна. Это детка, я так понимаю? Конечно, ночь холодна будет, у них ребенок Саб-Зиро. Так, я на голимую шутку потратил и не успел прочитать, что там за строчка была. Так, мама желала хорошего сна. Спасибо. Это что такое? Сейчас она на нас нападет, да? Так, но теперь и она ушла. Пока нет. А где Бу? Вопрос, а как я сюда смог залезть, что меня так сильно укачало аж? Ладно, просто пошли дальше. Тюрю. В смысле, закрыто. Собачка. И много-много глаз. Кстати, не люблю глазунью. О, о, что это у нас тут? Так, пушистые притворщики дразнят меня. Так, лежат и... Лежат, не шевелясь, среди игрушек. Запрещают все игрушки. А, учту. Теперь я могу идти? Так, блять, не понял. А чё вы от меня хотите тогда? А ну, тумбочку. Дратути? Ничего. Здесь. Ничего? Чёрт. Нет, ничего. Почему называют чёрт из табакерки, если там клоун? Потому что изначально был чёрт. Так, а может это... Это была особая кисть. Похожая на конский волос, но другая. Человеческие волосы. В тот момент я засомневался. Сработает ли? Ну нахер, полдела сделано. Да и вряд ли у меня есть путь назад. Ну нахер. Ну нахер. Ну я понял, я когда детскую комнату увидел, я сразу подумал, ну нахер. Давай зайдем. Не-не-не, иди в пизду. Не-н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 е, я лучше тут побуду. Тут красивенько, тут слоники, жирафики. Че это тут такое? Самолетики. Звездочки. Не, ну нахер, звездочки. Давай лучше пойдем отсюда. Закрой, 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 закрой. Так, вот это вот, я понимаю, волосы чьи-то. Это новая кисточка, новая деталь. Видишь? Да, да, да. Вот теперь куча кукол тут. Даже слишком много. Ну, это явно анальгин нужен. Нужен, да. Он ей поможет. Давай-ка сюда. Теперь порисуем. Может, не хватало кисти, чтобы нарисовать красиво? Во, видишь, так уже более-менее. Вот это вот уже здорово. А то предыдущая вообще херня непонятная была. Так, кисть у нас сохранилась, да? У нас остается всего две главы потом будет, да? То есть еще два выпуска. Хорошо, учту. Уходи. Нет. Я бы с радостью уйти. Но только, как видишь, мне надо доиграть игру. Даже если она мне страшна слишком. Не люблю хорроры. Они страшные, знаешь почему? Потому что я боюсь их. Нахер я это все как всегда открываю? На этом же все, ты же сам все понимаешь, да? Ну, я не успею еще одну пройти, поэтому очень поможешь, если напишешь любой комментарий, поставишь лайк. А на этом все, скоро увидимся.